Продолжим с нашими смертниками. Так, у меня кто? У меня Тофи, у меня Орешек и Граден. Граден надолбанный 20 с хреном урона. Единственное, что Орешка урона мало получается. К сожалению. Ну, такое. Тут на 10 урона и так далее. Так, и сюда надо, кстати, на легкое стрелковое какой-нибудь бы бонус купить. Но у меня на легкое стрелковое пока нет ничего. К сожалению. Декс, ну чё? Я полностью изучил, по-моему, второй левел, правильно? Я полностью изучил первый левел. Теперь надо... Батур, по-моему, был... Нет, не-не-не, Атаяна был первым. Теперь надо на Манцет идти. Кейна. Здравствуй, Тофи! Ау. Ту-ту-ту-ту, шаг, а тут модификации корабля есть? Походу, нет. То есть я сколько не пытался найти, где можно модифицировать корабль, походу такого нигде, блин, нет. К сожалению. Так, сюда и скан. Ну вот где-то вот здесь вот, наверное, можно ставить уже генератор энергии. Такс. Два врага, все, больше ничего нет. Это пока не очень сильно радует, но да ладно. Три врага. У меня сейчас будет скан на халяву, поэтому пофиг. А, он меня уже и преследует. Окей, иди сюда, ёпта. Сюда, ёпта. Куда он ушел? Нет? Ну ладно. Враг просто куда-то самовыпилился, странный враг. Так, скань. Окей, он как самовыпилился, так и впилился обратно. Так, не забываем, что у этих жоп есть пробивной урон. Это нечто от создателей ДД? Нет, это не от создателей ДД. И нет, это не похоже на ДД. Блин. Просто надоело, когда уже сравниваю, ну, в сравнении с ДД постоянно. Просто вообще пипец, как раздражает. Так, с массовое проклятие или вдохновение? Давай проклятие сначала. Мне надо, чтобы они все-таки по мне мазали немного хотя бы. Так, и, кстати говоря, было бы неплохо вырубить милишную атаку. Мили. Я, кстати, даже не знаю, кто они. По одному милишная атака. Непробивная, кстати говоря. И очередь 2-2-2, ну типа ок. Вы кто у нас? Биомеханика тоже, в принципе. Урон от оружия 11-10. Хороший урон. Эх, тролли, блин. Такс, ладно. Сколько у тебя? У тебя 32 хп, блин. Ну ладно. Шляп. Возможно, ее сейчас завалит. У нее больше урон по ней проходит. 7 урона, да, найс. Так, остается всего одна девочка. Но мне надо усиление щитов на себя любимого кинуть. Иначе она меня пробьет. 3-2. Промах. Отлично. Так, что у меня есть еще? Еще 26 урона. Замечательно. У меня пробафов урона, правда, никаких не было. Но урон еще, в принципе, неплохой. Можно попробовать через поощрение сыграть в техника. И вот так вот. 10-10. Ни хреново, кстати говоря. Так, упс, я извиняюсь. Так, дважды извиняюсь, секунду. Выстрел навскидку, выстрел навскидку. Наносит 100% от оружия, плюс 5 инициативы в следующем ходу. И это модификатор, видимо, для любого стрелкового. У Градена слишком хороший прапа на стрелковое. Здесь урон уже неплохой. Вот здесь вот надо пуху вообще менять, тупо менять. У нее, конечно, есть быстрый выстрел, но ее надо менять нафиг. Так.
Три приоритет пускай будет, и два выстрела на вскидку. Полезно будет. Такс. Теперь шкань. О, лутик. У, лутик. Отлично. Обыскать. Блин, сломанное оружие. Фу. Такс. Какой-то враг. Пираты какого левела? Третьего, да? Блин. Один второго, другой третьего левела уже пират. Третьего же? Второй, да, вот это вот второй левел, это дальний, а вот этот пират третьего уровня. Ладно, ладно. Так, окей. Акустическая волна мне сейчас поможет. Я у одного уменьшил инициативу, а другому просто ни хрена не было. Обидно. Такс. Быстрый выстрел, одиночный выстрел. Так, давай через быстрый выстрел попробуем. Быстрый есть, одиночный есть. Видимо, сначала я буду верхнего колбасить. Так, сбой... Да. Причем у тебя минус 3 инициативы пока было. Мне надо сбить его оранжевую атаку. Не дай бог эта мразь сейчас снова поставить перед собой бетонный блок из кармана. Оглушение. Падла. Укрепление что? Ну, это не так плохо. Это сопротивляемости больше вот этой жопы стало. Но я ее пока трогать как раз не собирался. Так, пяу. 23. Хорош. Почти все щиты сбил. Так, здесь стан был. Ха, еще один сбой поставить. Было бы дульно. Так, двойной выстрел сюда. Хорошо. У меня щиты пока еще держатся. Пока все нам. Нихера себе бомба, как бы. Окей, учтем. Так. Ну да, я его так добью, в принципе. Минус один будет. Новый DLC для FTL выглядит круто, да? Так, ты у нас Тофи, а у тебя есть только самозарядка, да? Давай лучше вдохновение попробуем. О, да ладно! Ей, вдохновение, найс! Так, восстановление щита в себе. И восстановление щитов сюда. Вот это хорошее вдохновение прокнуло на два восстановления щита. И снова оглушение. Тьфу. Ладно. Самое главное, что не моего основного ДД глушит, и спасибо на это. А сопротивление у него целый ход еще будет. Так, давай-ка я тебе собью миличную атаку. Пускай он лучше двойными выстрелами меня стреляет. Ну или шквалом пуль, да, тоже пофигу. Так, импульсная граната не то, перезарядка две карты оружия не то. Ну так, акустический удар можно. Минус 2 инициативы и карты недоступны. Замечательно. Так, проклятие мне пока не надо, поощрение надо на больший урон. Такс, и... Можно двойной выстрел, в принципе. Критуля в 9, найс. Я ему все щиты сбил. Такс, и... Блин, у меня нет убивашки. Ладно, давай так, оглушение. Хорошо, что я себе пробав на ножик все-таки взял, но он полезный. Просто вот фактом, то, что сейчас происходит, баф на ножик очень полезный. Отключение щитов мне уже не надо. Так, ты просто тогда закончи ход. Так, и... Блин, я его не добиваю. Ладно, пускай импульсная будет. Хоть какой-то урон. Есть, 2 на 4. Но я его не добью, там по 3. Да, там по 3 урона будет. У него же сопротивление есть еще. Вот так добью. Так, что я получил? Вот! Вот это нахрен совсем другое дело. Так, я получаю легкое стрелковое на 9 уродный, 20, 25% шанс заморозки. Вот, теперь будет урон, собственно, да?
Еще второй приоритет у меня будет на доп урон. Совсем нахрен другое дело. Прям, смотреть приятно. Так, лутик. А, точная стрелковая на 8. А что ты у меня умеешь? Быстрый... Нет, это не мое, вот точно. Прицельный выстрел, попадание в уязвимое место. Нет, это хреновое точно оружие будет. Такс, идем сюда обратно. Здесь у меня, в принципе, энергии до хрена. Судя по стоячим, это просто кто-то. Здравствуйте, я офицер Амус, представитель полиции Сакральных миров. Мы ищем преступника по имени Эвис Толбейс. Если вы что-то знаете о местонахождении этого преступника, то я вынужден просить вас поделиться со мной всеми этими сведениями. Я ничего не знаю. Очень жаль, советую вам следить за тем, не появится ли где-нибудь Тоби. Следы всегда можно найти. У нас есть доказательства того, что Тоби провел какое-то время на этом реликте. Если что-нибудь обнаружите, передайте потенциальные улики мне или моему напарнику. Хорошо, но кажется, вашего коллеги здесь нет. Офицер Теоки ведет патрулирование и поиски подозреваемого, но это вас не касается. Какой странный тип. Так, скан. Я, кстати, забыл здесь скан использовать еще. Ага. Наверху будет чуть-чуть. Ладно. Давай посмотрим, что у нас здесь за чувак тогда. А, вот, собственно, Теоки. Что вам нужно? Я дежурный офицер Теоки. Вольно дежурный, в чем дело? Странный он такой. Я ищу подозреваемого. Не видели кого-нибудь подозрительного? Вас что-то беспокоит? Вас это не касается, я сотрудник полиции, я здесь работаю. Окей. Странноватенько, конечно, но да ладненько. О, лутик. Иди сюда. Опять сломанное. Оружейный инструмент на две гранаты. Такс. Оружейный инструмент у меня, опять же, только у одного, правильно? Только у Градуна. И у меня уже есть АМ-граната, импульсная граната. И у меня будет еще одна М-граната, импульсная граната. Но здесь всего плюс один оружие. А здесь плюс 5% уклонения. Я думаю, я заменю, потому что, ну, плюс один оружие это хорошо, но я не хочу себе еще больше карт гранат. Мне не нужно столько карт гранат, правильно? Я думаю, нужна ли мне акустическая волна вообще? Но это дает 7% урона, почему нет? Спорно, спорно. Ладно, так, вниз идем. Ага, сюда я не могу пока попасть. Скан мне ничего не даст. Ладно, давай с этой стороны посмотрим. Шаг сердится, когда об этом спрашивают. Да я не сержусь, это просто... Ну все об этом говорят, понимаешь, Тофи? Ну просто все. Zero Grandfather. Нет, это не ДД. Все почему-то ее сравнивают с ДД. Я не могу понять, почему. Она не похожа на ДДшку. Она ни геймплеем не похожа на ДДшку. Ни графеном не похожа на ДДшку. Нет, графен все-таки не похож. Она немножко похожа рисовкой, просто потому что здесь обведенное такое. Но вот и все. То есть, ну почему? Здесь карты не обновляются, здесь не рандомно генерируемое подземелье. Ну, точнее, оно рандомно генерируемое, но оно не обновляется, когда ты в него заново прилетаешь. Почему ее сравнивают с ДД? Ну вот, ну... Шаг, видел рогалик Slay the Spire? Чё-то слышал такое. Такс, чё у нас есть? У нас есть пират, пират и пират. И все они третьего уровня. Да. Они разные внешне, но они, в принципе, одинаковые. Так, ладно, давай по метке будем работать. Мне нужно больше приоритета задать ему сейчас. Вот двойной выстрел как раз делает побольше приоритета, это факт. Отлично, приоритет 4, приоритет 9, замечательно. О, еще двойной выстрел, давай. Я его, по идее, в следующий ход добить могу, в общем. Оглушение.
Вот падла. Либо не могу добить следующих вот, да. Угу. Самодельная бомба для дохрена урона. И еще раз оглушение сюда же. Оглушение, кстати... Не, оглушение не стака. А, не, не сюда. Он командира вызвал. Эх, твари с оглушениями-то, а? Так, с щиты. Я единственное, я надеюсь, у них не так много карт оглушения. Укрепление щитов, да мне пофигу пока, собственно, это. Главное, чтобы с него приоритет сейчас не сполз. Да. Минус 3 сопротивляемость урона и... 32-40. Выпились. Минус 1, найс. 40 урона, максималку урона, кстати говоря, прокнул прикольненько. Плюс 5 к инициативе на следующем ходу, мне это поможет. Мерся. Так, и мне нужно еще щитов, только на этот раз себе. Я тоже некоторые пытались... Это вылитая Аузер. Да, Лоу, я согласен. Это реально вылитая Аузер, Омега Эдишн, которая. И вчера, когда я играл, я как раз эту игрушку прежде всего с Аузер сравнивал. Потому что они, ну, безумно похожи. Максималка — это убийство 999 урона. Я знаю. Максималка моя прокнула. Ты видел, что у меня урон был 32-40? Я нанес урон в 40. Что это значит, что прокнула максималка? Все логично вроде, правда? Одиночный выстрел. Так, сколько у тебя там еще? 2 хода. Эх, ну давай я тебе отключение щитов пока сделаю. Отключение щитов, по-моему, тоже на 2 хода? На 3 хода, найс. Хорошо. Опять тупая граната для дебилов. Жопа. Мне еще и щиты пробили. Так, двойной выстрел сюда. Сквозной удар. Ну... Пробой 13. Окей, действительно пробил через щит. Так, ну-ка, а если дважды это стакается или нет? Да, нормально. Еще меньше щитов стало, весьма неплохо. И здесь что, у меня охотник страдает прям совсем пипец. Время... Да жопа. Опять достали из кармана бетонный нахрен блок. Нельзя мне хп... По хп получать урон, он все-таки слишком сильно роляет. Укрытие минус 7. Укрытие, кстати говоря, поглощает сколько? 70% дамаги получается, да? 70% урона, который ты делаешь, поглощается укрытием. Бетон! Здесь нельзя менять корабли и добывать полимеры. Ну так-то да, конечно. Блин, они оба в укрепление пошли. Гейна. Этому вообще ноль, его щит спас, походу. Так, мне нужно увеличивать дамаг тогда. Если по ним настолько мало урона будет проходить, мне надо... Так, оглушение... Сюда. Хорошо, что у меня инициативы еще полно. Я хожу достаточно часто. Мразь. Я не знаю, что у них за самодельная бомба, но наносит она безумно много урона. Блин, у меня все удары. Ладно, пускай будет маскировка. Мне надо сейчас щиты восстанавливать. Так, вдохновение. Прокнуть на кого-нибудь? Нет. Ну ладно. Мне надо восстановить свои щиты. Ау. И не только мне надо свои щиты... Да шляпа, а! Они еще и фокусом умеют работать. Вот же мрази, а. Так, с попаданием в уязвимое место. Плях. Угу, 22 урона неплохо. Надо вообще нижнего заколбасить, но... У них у каждого сопротивляемость еще один ход будет длиться. Я не могу даже щиты... Или смогу щиты поднять, я не уверен. Ладно, хрен с тобой, давай сбой тебе.
У меня инициатива слишком мелкая. Да, блин, опять бетон из штанов достали, падлы. Слишком много урона наносит. Так, выходник, перезарядку нет смысла пока. Так. 3-6. Бетонный блок сживал. Я его, хотя и уничтожил, но... Большую часть урона он, конечно, схавал. Блин, когда у Тофи инициатива вернется обратно? Чё, опять? Серьезно? Минус 5 инициативы на один ход, ладно. Я ему 3 урона сейчас не сделаю. Дай лучше я рыкнуть попробую. Страх 2 хода, страх 1 ход. Неплохо. Так. Вообще у них пока страх... У нижнего вообще на 2 хода. Можно этого на метку посадить. Так, на удар бетонный блок не работает. Потому что это, блин, удар. А вот на выстрел работать будет. О, кстати говоря, пим. Блин, серьезно. Бетонный блок поглотил, получается, 80%, правильно? Жесть какая. Тупой бетон. Осечка? Я даже не знаю, что осечка дает. Такс. Оп, минус 1. Инициативу я уменьшил. Осталось только этого добить. Крит 10, найс. У него 3 хп. 1-1. Красота. Блок не защищает от урона в миле, я в курсе. Такс. Оружие с разбросом, хреновая модификация. Щитовое ядро, очень хорошее щитовое ядро. И штурмовое стрелковое на 9 урона. Ну, гейна. Так, что у нас получается? 27 максимум щитов, 27 максимум щитов, 26 максимум щитов. Орешку пофиг, у него своя прокачка на щиты есть, он техник до хрена. Здесь есть пробафы, в принципе. Что, сюда поставить больше щитов, что ли? Уклонение, максимум щитов, максимум щитов. Давай сюда поставим. Перезарядки не будет, но, по крайней мере, щиты у меня теперь в 40. Это весьма неплохо. Так какого ты, чтобы убивать в мили, начинаешь стрелять? Так в смысле, у меня не было карт мили? Граден. Естественно, я буду скорее стрелять, нежели, ну, просто скипать ход. Так, Тофи. У тебя 9 урона, и шанс заморозки, а здесь просто 9 урона. С другой стороны, ну, штурмовое это легкое. А у меня прапов на штурмовое, по-моему, нет никаких, да? Тогда пофигу. Так, что у нас здесь теперь будет? Шкань, ничего интересного. А тут у нас есть что? Нет. Но в итоге, в принципе, я все посмотрел уже. Надо сюда возвращаться с еще одним блоком будет. Опс. Вот, но можно посмотреть, что у нас там дальше будет, пока у меня энергии еще есть. О, лутик. Что за лутик? Вау. Еще один оружейный модуль. Найс. И модификация стрелкового оружия на гранаты. Гранатомет. Просто нахрен гранатомет. Not bad. Not bad. Так. Хочу ли я поощрить не себе оставить? Конечно, да, блин. У меня еще и пробаф на него есть. Хотя оружейный инструмент это вещь офигенная. Технологический инструмент. Но у меня на него опять же тоже 2 пробафа есть. Он тоже нужен. А здесь оружейный инструмент на 13 просто. А здесь 13-33% бонус. Причем здесь поиск уязвимостей, а тут 2 перезарядки и усилитель урона. Но мне усилитель почти никогда не попадался. Поэтому можно сделать вот так. И гранатомет.
Гранатомет, гранатомет, кому гранатомет? Давай тебе гранатомет мы дадим. Прикольно. Просто прикольно. Так. Я техник очень даже вообще... Да не говори, Дрю. Сдает психа офицеру? Какого психа? Ты имеешь в виду помощника полиции сдать полиции или что? Так, тут у нас что? Блин, башка пришельца. Ладно. Так, давай сюда пока пройдем. Энергия вроде как пока что есть, да? Шкань. Ага. Вражина, я понял. Я хочу с ними драться. У меня на самом деле достаточно мало хп так-то. Ну именно вот хп-хп. Поэтому, наверное, я не очень хочу с ними драться сейчас. Мне надо вернуться, продаться, отхилиться. И после этого можно уже возвращаться, драться нормально. Уменьшающий пистолет с гранатометом. Ну а что тебе не нравится, я не понял. Так, продать хлам. Значит так, ты у меня делаешь... Ну вот это самое прикольное, то есть... Хотя, нейронный шок это тоже неплохо. Так, давай вот это продадим. Вот это продадим. Так, вот это хлам полный. Это неплохая вещь, но уже не нужна. Так, оружейный инструмент, модификация на гранаты нет. Мне еще больше гранат там не надо. Точное оружие на 8 урона не надо. Штурмовая на 9 урона не надо. Щитовое ядро мусорное не надо. Такс. Что здесь есть? Оружейный инструмент на 9 оружия. Хлам. Тяжелое оружие ближнего боя мне нельзя. Силовая перчатка. Можно попробовать купить, чтобы понять, я могу установить себе силовую перчатку на кого-нибудь или нет. Но, по-моему, нет. Судя по всему, силовая перчатка устанавливается только на, ну, такого чувака жирного-жирного, который с милишкой ходит. Возможно, здесь ничего кроме клинка нельзя установить, потому что здесь типа написано. Скорее всего, да. Скорее всего, я не смогу перчатку взять, потому что у меня тут энергетический клинок будет только и все. Шаг, а здание слева сверху на станции для чего? Ты про что? Вот про это? В него нельзя войти еще. Справа сверху? Это как раз лечение, да. Шаг, эта игра до конца стрима? Не знаю, Кать. Перчатка на мусорщика. А, ну тем более. Риски светящийся силовой кулак. Брутальное название, Аташ. Кто вообще может надевать перчатку? У меня ни лидер, ни охотник, ни врач не могут надеть. Скорее всего, мусорщик, либо чувак с этим. Ну, с двуруком, который ходит. С тяжелым. Я до сих пор не знаю, можно ли тут четырех, собственно, чуваков брать себе. Плюс 8 технология. Не, мусор. Значит, он ничего интересного не продает. Оу, единственное, что у него два генератора теперь. Вот это офигенно. Два генератора я с удовольствием возьму. То есть сюда можно пройти только посмотреть контракты, которых у меня нет тупо. Пообщаться в холле, вылечиться и потратиться в магазине. Все. Игра-то ранний доступ, игра еще не то, что не закончена, в ней просто мало контента, на самом деле. Вот, и, к сожалению, так как в ней мало контента, ну, это логично, в принципе. А что за шмотки, которые типа на корабль ставятся? Как их оборудовать на корабль? Да хрен его знает, я сам не знаю. Я только понял, что те, которые ставятся на корабль, их надо на самом деле с собой таскать. И... не понял... У меня же есть. Ну.
Я не... А, и, видимо, враг на мне, да? И поэтому я не могу. Ладно, видимо, на врага нельзя ставить. Пока, типа, на тебе враг, нельзя ставить энергию. Поэтому я энергию сейчас буду тратить. Ой, там противник, я заметил. Кстати, в... Хоп, ты даже дал последователь на предплане... Ты же дал последователь на предпланете, то есть для основного сюжета... Дали координаты. Не-а, не-а, не дали. Мне надо, типа, дальше еще изучать. В любом случае. Почему у тебя переходы так мало энергии тратят? Потому что у меня там стоит один генератор, который не требует энергии на переходы и так далее. Так, давай щиты вырубим ребятам. Отлично. О, у верхнего щитов уже просто нет. Я могу попробовать добить быстренько. Не уклонился, это радует. Так, у тебя перегруз. Это хорошо. Ну, собственно, да, у меня есть обычные гранаты теперь. Гранат! Прикольно. Гранатомет, но при этом показывает, что гранаты он кидает просто из руки. Что весьма странно, честно говоря. Так, уязвимое место. Пяу. О, нотпэд. Самовыпивающийся. Так, у меня два удара здесь, правда, это хреново. Хотя крит улет неплохо. Похищение щитов в жопа. Пяу. Не, я их сейчас чистым уроном буду валить. Хм. Я единственное, что надеюсь, что он не промажет. Ну вот, ну естественно. Ну конечно же. Ну вот да, да, два уклонения подряд, когда я должен убивать, да. Нахрена надеяться, что он не промажет, если он промажет? Я прям даже не знаю, блин. Эх. Круто. Круто. Так, можно не промазать? Спасибо. Так, что я получил? Легкая стрелковая 8 урона плюс 25% урона плюс 25% шанс заморозки. Я его сменю. Оружейный инструмент это хрень. Это хрень, это хрень. Окей, да. Так, где у меня Тофи? У Тофи сейчас 9 урона и 25% шанс заморозки. По идее, у нее вот с этой пухи будет 10 урона. То есть урона стало самого по себе больше стрелкового. И тоже сюда можно делать выстрел навскидку. Выстрел навскидку на 12 урона получается. Очень неплохо. Так, закрыть КПК. Упс, открыть КПК. Так, теперь можно? Можно, найс. Все, теперь у меня здесь даже бои не будут жрать энергию, что весьма хорошо. Я так чувствую, что этих ребят лучше пока не трогать и не убивать. Хотя, они могут быть полезны мне почему-то, когда кажется. Штурмовое стрелковое, 16% возврат, 2 плюс 2 приоритет. А у меня же легкая там, да? Или нет? Да, там легкая стрелковая, поэтому пофиг. Скань. Хм, подозрительный типчик, нет, враг. Окей. Блин, и снова я на той территории нахожусь, которая будет жрать энергию. Фрррр. Так. А у меня есть еще одна ближний бой? Нет. Ладно, пока метку поставим. Они, кстати, такие себе. Они второго левела, по идее, да? Нет, третьего. Что-то слабовато выглядит для третьего левела. Вот что-то вы, блин, болтаете про Вовку, сам думаю, может тоже Вовку вернуться. Но очень неохота денег тратить на предзаказ. Все-таки как-то, ну не знаю. Это Эребор, мне кажется. Самостоятельный ремонт. О, ты вовремя. Разрывающий удар промах, слава яйцам. Так, ну давай, одиночный выстрел. Пяу. Сама выпилился. Неплохо. Так, с выстрел на вскидку. Плюс 5 инициативы пригодится. Предзаказ. Ну там Battle for Azeroth выходит.
Если Вовка возвращаться, то возвращаться именно с предзаказом и играть еще и в Азеротку. Но она выходит, правда, ну там, в районе полугода еще. Ждать-то можно. У меня что-то там так интересно. А, я помню, почему я Вовку забросил. Я проходил квесты, потом я прошел какую-то, ну, серию квестов, и мне за эту серию дали маунта, наконец-то, который быстрый. Я очень сильно радовался, пока я не увидел, что маунт этот всего лишь на месяц. И мне так, короче, грустно стало от того, что этот маунт на месяц, что я обиделся и ушел из Вовки. Вот. Примерно как-то так это было. Так, скань. Это бой, да. Ладно, ладно, пускай будет еще один. О, вот это уже второй левел. Неплохо. Шанс пробой, ну-ка. Не пробил, ладно. В принципе, можно попробовать спилить его до его ремонта. Один хп. Ладно. Минус один, not bad. Ну, играй в Легион просто и все, новый аддон потом выходит. Летом выходит. Да я понимаю, но как-то не знаю, Порс. Я сейчас вспоминаю, почему я разочаровался, и мне так чё... Это было да явно не 999 урона, это было какие-то тысячи нахрен урона. Погоди. Сколько это было? Это было 24 974 урона. Охренеть. Это было в Терре шаг. Вовки нет временных маунтов. А, это в Терре было? Да? Ну ладно. Окей, тогда я ошибся. Значит, можно попробовать. Ну, если только деньги хоть тратить. Блин, это каждый месяц рублей по 500 получается? По 300... Я не помню, сколько там месяц теперь стоит. Но каждый месяц тратить деньги... Я, по-моему, себе пока это не могу позволить. Да, Тофи, ты права, я после... О, сейчас мы посмотрим силовую перчатку, можно ли одеть. Я после как раз Вовки играл, собственно, в Терру. Так, лидер не может одеть. Техник не может одеть. И охотник не может. Да, видимо, то, что наверху написано энергетический клинок, это тип оружия, который я могу себе поставить. Ни больше, ни меньше. Так, здрасте. Фу, блин. И они все третьего левела. И у них у всех до хера щитов. Ладно. Во! Крит на 29 щитов! Нихера себе! Ладно. Я согласен на такое начало. Вот, я был прав. Да, Шварц, ты был прав, согласен. Такс. Верхнего, получается, убить было бы очень круто. Хотя, можно и обычной гранатой пока повеселиться вполне. Нанести еще по 8 урона просто так. Ну, то есть, сколько это получается? 24 урона, да, это очень неплохо. Мощный удар. Что-то у них рассеянность на себя не действует. Я вон себя при рассеянности бил, а они что-то себя не бьют при рассеянности. Так, 26 урона, 22 урона. 22, 22, пяу. И у него минус сопротивляемость теперь к урону, минус 15%. Так. Выстрел навскидку пригодится по инициативе на следующем ходу. Первый буду ходить. Так, двойной выстрел. Обычный... О, еще гранаткой. Поехали. Хорошие гранаты идут прям. Уклонение, найс. О, уклонение работает. Не зря себе уклонение дал. 5%, конечно, но работает. Блин, ненавижу его самодельную бомбу. Очень много она урона делает. Слишком много она урона делает. Так, 2 по 8 убить. Минус 1. 22, 19. Не, ну ладно, пускай будет урон. Ого, крит 57, лал. Тогда ладно. Окей, эта критуля работает, в принципе. И у меня нет, к сожалению, хилки пока. А, нет, вру, есть хилка.
Плюс 38. Ууу, это была, собственно, крит хилки. Максимальная хилка, которая вообще была. Так, 5.11. Давай попробуем поощрение. Не, вру, вдохновение. Урон мне не нужен, мне нужно попробовать даблхот. И да, у меня будет даблхот на охотника. Not bad. Даблхот на охотника, это весьма приятно. Так, блях. Тут даже даблхот не нужен. Так, что у нас будет? Стрелковое оружие, модификация на М-гранату. Мусор. Разброс 20%. Мусор. 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 Все. Все мусор. Окей. Так, вернемся туда, где я энергию не трачу. Так, кто стучится в дверь моя, видишь, нету ничего. Ликвидатор, инициирую процедуру ликвидации. 40/41. Неплохо, неплохо. Погоди, у тебя еще и щит, что ли, есть? У него две брони еще в натуре. Так, мне понадобится здесь больше урона. Это какой-то странный ликвидатор. И что-то я не хочу видеть, как его пушка вот эта работает. Что-то вообще не хочется причем видеть, как его пушка работает. Так, давай-ка я тебе рейнджевую атаку заблокирую. Так, смертельный выстрел. Пяу. Хороший урон. Так, двойной выстрел, пяу-пяу. Самостоятельно... Жопа. Ого, у него репер на 16! Японский городовой. Охренеть, у него репейник. Я не знаю, я сумею перебить это 16. А, сквозной удар? Я, по идее, все равно не пробью. Хм. Ладно, давай попробуем через метку его убить. Пока это падла хилится. Можно попробовать через приоритет его завалить. Хотя я думал, он себя отрепеет сначала полностью, прежде чем я его завалю, блин. Такс. И... Ну, давай сквозной удар теперь. 13. Есть пробой. Ну, в любом случае, у него щитов не было, так-то пофигу. Вдохновень. Вдохновение прокнуло. Жалко. Ха-ха! У него репей нету, это забавно. Так, и, наконец-то, вот, 26, на нах. Так, технологический инструмент 3, минус 15 сопротивляемости урона, это весьма неплохо. Учитывая, что у меня граната есть, кстати говоря. Медицинские модификации. Ну, такое. Так, технологический инструмент, говоришь, да? Ну, можно поставить себе второй. У меня будет два техноинструмента весьма неплохих. Технология 94. Пипец. Ну да, другие инструменты мне трогать не надо. Явно причем. Так, что у нас тут будет? Тут ничего не будет. Тут у нас будет что-нибудь. Тут ничего не будет. Так, тут у нас будет что? Тут ничего не будет. Мне наверх, что ли? Наверх в угол надо, получается, выходить. Либо сюда куда-нибудь. Так, с ними мне по-прежнему пока не надо говорить, наверное. Они хоть и странные на меня не нападают, но, наверное, не надо с ними пока говорить. Так. Ого! Много лута. Так, давай я всосу немножко энергии себе. Не хочу я во время боя без энергии остаться. Как такой огромный торс с огромной пушкой держится на спичках? Это нормально. Может, среди тех и есть кого... Кто... Может быть, действительно, что копы ищет вот именно этих девчонок.
Надо сейчас попробовать к копу обратиться снова. Так, еще один аккумулятор. И ненужная деталь. Датапад, еще один. И ценный мусор. Не хухры-мухры, а ценный мусор. И снова бой только теперь с капитанами чистильщиков. Я так понимаю, что здесь... Нет, капитан один. И у него 7 инициативы, кстати говоря. Not bad, not bad. Так, давай капитана попробуем ваншотнуть потом. Так, Рык, спасибо за страх. У него не страх, у него минус 10% урона легло. Окей. Так, обычная граната, конечно же. Спасибо. Замечательная граната вообще. Страх. Пропуск хода, страх. Просто выстрел. Ладно. Промах. Тоже неплохо. Так, снюка, пяу. 18-12. 14 хп осталось. Мне будет инициатива потом. Отлично. Минус. И граната снова, наверное. Мне нравится, как она гранат кидает. С таким АОЕ уроном прям лепота. Два щита осталось. Хреново. Такс. Давай-ка вдохновимся. Вдохновение. О, на технику вдохновения прокнуло. Not bad. Такс. Одиночный удар. Импульсная граната. Давай одиночным ударом сюда. Такс. И я могу попробовать... Значит, сначала щиты восстановить. А потом двойным выстрелом попробую добить эту жопу. Найс. Потрясение опять бывает, бывает. Так, метка. Давай еще одну меточку. У меня сейчас приоритет у двоих стоит, поэтому метка, в принципе, работает. Даже через броню я наношу увеличенный выстрел. Причем неплохо увеличенный выстрел. 6-6, все. Хорош. Интеллектуальный инструмент 11 интеллекта, 9% шанс вызвать растерянность на один ход при попадании. Массовое проклятие, древний язык какой-то. Такс, чё за древний язык, скажи мне. Вызывает у цели растерянность на один ход или блокировку способностей 2 на один ход. Ну это не так плохо, на самом деле, это интересно даже. У меня интеллект становится 87. Прикольно. Так, возвращаемся обратно туда, где у меня энергия на халяву дается. Так, стоп. Если я сделаю так и скан. Ага. Что у нас тут? Тяжелое оружие ближнего боя. Оно не работает. У меня никто не может взять тяжелое оружие ближнего боя. К сожалению. Так, давай сюда. Скан. Угу. Возможно, мне сюда как раз вниз и надо. Блин, у меня 33 энергии на бой остается. Не, бой пройдет, окей, я всю энергию точно... Да-да-да, я знаю, что у нас кончается энергия. Я всю эту энергию точно на этот бой не потрачу, но придется опять жрать батарейки. У тебя второй генератор есть? Я не хочу его использовать, я уже слишком много вокруг прошел, чтобы второй генератор использовать. Я просто хочу его сэкономить для следующего данжа. Здорово, Синдеринг. Очень интеллектуальная Тофи, а тоже. Так, приоритет поставим в девяточку. Сейчас посмотрим, как у меня приоритет в 9 сработает. Отлично. И... А, у меня Тофи первая ходит. Окей, на. Оп. Ну и тут 24 хп... Сколько у меня получается? Ха! На нах! Ровно 24 урона с двойного удара. Неплохо, неплохо. Так, сбой рейнджевой атаки. Хорошо. Хорошо, что у него станичьего удара нет. Одиночный удар, одиночный выстрел. Выстрел. Хорошая крита. Найс. 16 хп осталось и пяу в 31.
Так, сломанное оружие. Ладно. Окей. Так, здесь у нас что? Обыскать. Щитовое ядро. 7% урон, 15 максимум щитов. Маскирующее устройство, усилитель оружия. Это то, что мне надо. Это то, что надо моей убивашечке. Граден, тебе вместо вот этой, блин, акустической волны надо вот так вот засунуть инвиз. Явно. Так, а 7% урона можно дать, в принципе, и Тофи. Так, хорошо. Я думаю, мне надо будет сейчас еще энергии всосать. 84, окей. Так, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Угу, то, что мне надо. Найс. Позабавьте меня. С чего бы это? Ха, нет. Ну-ну, к чему это притворство? Я же знаю, что вы пришли сюда за координатами. Я это чувствую. Мне эти данные ни к чему. А вот развлечения были бы кстати. Позабавьте меня. Я тут кое-что придумал. Сделайте то, о чем я вас попрошу, и тогда с радостью отдам вам нужные данные. Что ты хочешь? Да, отлично, давайте сыграем в игру. Я заметил, что на корабле есть два существа, дежурные офицеры, можно сказать, которые кого-то или что-то ищут. Я дам вам потлач, артефакт, который проявляет самые сокровенные желания или самые сильные страхи. Покажите его одному из существ, посмотрите на то, что из этого выйдет, и расскажите мне об этом. Правда, за пределами корабля потлач не работает, так что даже не пытайтесь ничего с ним сделать, когда сыграете свою роль, я передам вам данные. Окей. Ну и мне надо возвращаться к офицерам. У меня, кстати, да, здесь два генератора уже стоит. Я не так много энергии потрачу на возврат к офицерам. Ну, Тофи у нас вовит, да? Тофи, Джесс, Туз, Порз. Я не знаю, кто у нас еще в Вовку играет. Текс. Давай поболтаем с ним. У меня есть одно интересное устройство. Не хотите взглянуть? Это в самом деле необходимо, я сейчас расследование провожу. Поверьте, так и есть. Ладно, давайте посмотрим. Выше, 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 выше. Вскоре Тёги начинает рыдать, но плач его сменяется смехом, словно у ребенка, который увидел прекрасный воздушный шарик, летящий на фоне сверкающего света. Вы точно не знаете, что именно видит Тёги. Но на него это сильно подействовало, и для него это очень важно. Очевидно, потлач показывает ему не кошмар, а нечто прекрасное, как его говорил Людус. Он злится на меня. Я про Амуса. Он мой напарник здесь, на этом реликте. Однажды у меня произошел несчастный случай на дежурстве, и из-за этого он остался без повышения. Мы пришли арестовать наркодилера, и в ходе операции я выстрелил себе в ногу. Это адски больно, но если бы Амус не взял вину на себя, позор был бы еще хуже. Он спас меня, но сейчас, наверное, жалеет об этом. Он вообще со мной не разговаривает. Что вы увидели на экране? Этот ваш удивительный экранчик показал мне очень красивый сюжет, однако не все в нем было выдумкой. Пожалуйста, найдите Амуса, передайте ему, что я возьму ответственность на себя. Я вернусь на наш корабль и буду ждать его там. Плевал я на ша... Да-да-да-да-да-да. Окей, наверное. Давай передадим, я, собственно, не против нифига. Так... Здравствуйте, есть ли новости о Тобейсе? На самом деле, мне довелось поговорить с Теоки. Он сказал, что возьмет на себя ответственность за тот случай во время патрулирования. Он вам сказал? А, черт, мне нужно кое в чем признаться. Тот выстрел сделал наркодилер, которого мы тогда поймали. Я как раз хвастался Теоки, сколько лет уже борюсь с преступностью. Может, можно вот так нажать? Не, нельзя. Так, я как раз хвастался Теоке, сколько лет уже борюсь с преступностью, и так увлекся этим, что даже не обыскал гада как следует. И тут вдруг этот дилер отстрелил Теоке палец на ноге и сбежал. Теоке был на таком взводе, так разволновался, что решил, что сам себя подстрелил. Он орал, словно воздушный компрессор. Так, вниз мотаем.
Как я пытался все это скрыть, я соврал, сказал, что это я выстрелил, что, и что пуля срикошетила от стены. Следователи мне поверили. Если бы в нашем отделе узнали, что Токи выстрелил себе в ногу, то для новичка вроде него это была бы катастрофа. Так что я взял на себя вину в менее значительном преступлении, чтобы избежать более сурового наказания. Я не стал разубеждать Токи в том, что сам он сам себя подстрелил. Так вот, значит, что произошло, бла-бла-бла. Ясно, я к нему пойду. Главное сейчас для нас, Токи, разобраться с этим делом. Самая серьезная ошибка, которую можно совершить в патруле, это поставить под удар свою жизнь и жизнь напарника. А я сделал именно это. Я расскажу Токи, что произошло на самом деле, каким бы позором для меня это ни было. Спасибо. Да, нет. Так, в итоге у нас остались девчонки, с которыми можно говорить, и которые на меня сами не нападают, да? Так, скань. Еще скань. И еще скань. А? Блин, это бой. Фу. Может быть, девчонками надо реально подраться, хрен его знает. Сбегать, наверное, смысла особого нет. Я, в принципе, сюда за лутом пришел так-то тоже, поэтому окей, на, пускай будет метка. Двойной выстрел по метке нужен. Отлично. И усилитель щитов мне пока не вплющился. Давай сюда. Минус оранжевая атака. Да. У него оранжевые атаки самые сильные. Мили атаки вообще хрень. 11 раз. И 14-2. Окей. И все по командиру, кстати говоря. Так, с инвиза, плях. 37. Неплохой ваншот. Поощрений нет, мне нужна инициатива будет. Мне сейчас надо щиты восстановить вот этой Тофи. Наша мадам без щитов. Так, 19 щитов. Он 19 щитов, 21 щит одним ударом не собьет. Тем более, что ему нечем бить. Приятненько, приятненько. Герои будут. Откуда ты знаешь, что герои будут? Так, и чё получил? Стрелковое оружие с разбросом, уровень 4 на 13 уронов. Короче, ща чё-то будет. Стрелковое оружие с разбросом. 50% шанс на 28 дополнительного урона щитами, перегруз на один ход. Такс. Давай уберем это дело. Ну, точнее, вот так вот поставим это дело. Такс, предметы. Что я сделал? Вот. Такс, и у меня получается оружие с разбросом на 16, и еще и по доп целям. Такс. Плюс у тебя получается граната, я не знаю, гранатомет. Ну, у меня так будет АОЕшный урон, зачем мне гранаты теперь? Мне теперь гранаты не нужны. Мне нужно под разброс. Оглушение на два хода, да. И у меня где-то еще были под разброс, собственно, прапы. Прапы под разброс. Где прапы под разброс? Нейронный шок и акустический выстрел. А остальные я продал, видимо, да? Я один себе прап поставил. Еще один я только что выбил. Это штурмовое стрелковое. Это генератор еще один мой. Это стрелковое на гранату и гранату. Все. Ну и будет еще одна модификация, что-то я тупанул, да. У меня технология 100. Ну да. Технология нахрен 100. Not bad. Что-то я тупанул, и я забыл, что у меня два инструмента. Так, зашибись, ткань. Луть. Что у нас за лутик тут? Просто башка инопланетянина. Ладно.
Так, давай сделаем вид, что мы идем нафиг. Так, теперь давай попробуем сюда пройти, отсканить. Шаг, у вас снега много навалило? Очень. У нас месячная норма выпала за 2 дня. У нас очень много снега сейчас. У нас деревья некоторые от снега попадали, у нас тоже. Гранаты дай капитану, зачем? У меня капитанька, в принципе, с быстрым выстрелом. Мне не надо, чтобы... Мне так милишка мешает. Мне гранаты не нужны, мне нужно, чтобы быстрый выстрел с обычным выстрелом попадал. Мне еще и гранаты мешать будут. Нет, зачем? Так, мне надо схавать батарейку. У меня же вроде как была, правильно? Да. И вот тебя схаваем. Такс. Энергии 62, да, теперь энергии точно хватит. Я понял, Града, смысла нет, по моему мнению. Так, вы вернулись и что сделали? На потлач смотрел офицер Теоки и увидел нечто прекрасное. Нечто прекрасное, наверняка для него это было вдохновляющее переживание. К чему привело? К тому, что Теоки и Амос решили смотреть правде в глаза и, по-видимому, остались друзьями. Отлично, два человека, имеющие право применять насилие, прониклись в более глубокой симпатии друг к другу. Благодаря вам они теперь, возможно, будет еще эффективнее преследовать невидимых преступников по коридорам опустевших космических кораблей. Это забавно, можете скачать данное местоположение. Существуйте в мире, друг. Окей, да. Я, в принципе, могу еще сделать так, мне энергии позволяет. Но здесь больше ничего интересного нет. Окей, вернемся тогда на корабль. В принципе, третью локу тоже полностью прошли. Здесь даже лута больше никакого нет. Курица пытается звонить, верчащий живот. Ну поешь, чё ты синдарин-то? Такс. А, стоп, я же с девчонками не разобрался еще. Ну, пускай будет, интересно. Пускай будет доп. Лут, окей. Я так и не нашел, куда их применить, да? Пускай будет чистый доп. Лут. С ними, типа, можно сразу не драться. Может, они лоу-левел? Ну, а, тут первый левел есть, девочка. Возможно, они просто, ну, типа, не хотят с тобой драться, и поэтому надо их, как бы, самому вызвать на бой. Здорово, Маска. С девочками поговорить? Ну, вот, в процессе, да. Оглушение на 2 хода. Зашибись. У этой же шляпы 1 хп осталось, к сожалению. Ай. Лишь бы не пробитие, да. Спасибо. Так, сквозной удар, быстрый удар. Ну, можно, кстати говоря, быстрым ударом добить. И сквозным ударом прибить ее. Прокнет, не прокнет? Прокнул, найс, пробой есть. Одиночным ударом мне доснимает все щиты у нее. Так, а здесь просто еще шок. Окей. Еще стан на 2 хода. Дробовик пока не особо прокает, ну да ладно. Так, еще раз удар. Главное, чтобы что-нибудь атакующий Тофи попался. Но это немного не то атакующий, но да, 3 урона хватит. Так, итого. Инструмент мусорщика на поиск ресурсов. Окей. Легкая стрелковая 9 плюс 18. Ну. Тут 3 быстрых выстрела. Охереть! Стрелковое оружие модификации 3% крит попадания на прицельные выстрелы. Погоди, я тайкол нажал или нет? Или просто вышел? Нажал. Да? Да. Так, Стофи, на тебе быстрые выстрелы еще больше. И больше урона, кстати говоря. Пускай у меня нет шанса заморозки, но урона побольше стало. Быстрые выстрелы это охренетительно. И, наверное, можно поставить даже прицельные выстрелы, потому что номинально это будут все равно выстрелы. То есть количество
карт выстрелов у меня только увеличится. Что мне, собственно, и надо. Найс. Это хороший лут. Там подписка на WoW сколько сейчас? Рублей 500 в месяц, да? 500 хвост с хвостиком, ну тем более. Не знаю, если было в районе 300-350 рублей, да, я бы на самом деле, может, и вернулся в WoW. Но 500 рублей платить каждый месяц... Не очень. Я себе, по крайней мере, позволить это не могу. Куш не зовут, пока. Ну подожди, пока приготовится, ты синдарин. Без терпения никудой. Ни тудой и ни сюдой. Так, что мне надо? Это мне не надо продавать. Это можно. Это нельзя. Инструмент мусорщика. У меня нет мусорщика. ПДА нафиг не нужен. Медицинская модификация нафиг не нужна. Так, это не надо, это не надо. 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 Это не надо. Не надо. Все. Так, что тебе можно теперь купить? Давай еще один генератор купим и восстановим все, что надо. Штурмовое стрелковое. Три инициативы, 9 уродно и очереди. Не. Тяжелое ближнее не надо. Щитовое ядро. Много щитов, но смысла в нем нет. Карты плохие. Это медицинский инструмент. Стрелковое оружие модификация. 4 крит, 2% шанс смертельного удара. И выстрел навскидку опять же есть. Ну, в принципе, да ради бога, фарми голду. Так я не хочу фармить, я хочу играть в свое удовольствие, понимаешь? Просто играть в Вовку в свое удовольствие без именно фарми давай, это дорого. Играть в Вовку ради своего удовольствия, это дорогое удовольствие. Фарми голду и покупай жетоны на ауке. Я не хочу фармить, ты пойми. Было дело, когда я фармил, я продавал редких питомцев. Я действительно выфармливал очень редких питомцев, там шансом в 0.00021, по-моему, и 0.0007. Я их продавал на ауке, и, по-моему, один раз я даже купил себе жетон, но, блин, это такой геморрой, фу. Хм, 5 интеллекта мало. Я вот думаю, вот это я хочу или нет? Учитывая, что у меня быстрый выстрел есть, наверное, хочу. Наверное, я сейчас Тофи дам эту чудесную шляпу. Вместо выстрела навскидку здесь, да. Вместо двух выстрелов на скидку будет один выстрел на скидку. Но зато будет 2% шанс смертельного удара, что весьма неплохо. Так, вот это мне больше не надо. Так, что мне этот чувак теперь скажет? Мы загрузили, бла-бла-бла-бла-бла. Любопытно, старые консоли на реликтах порой весьма занятны. Похоже, их создатели встраивали в них систему личности. А может, за тысячелетия одиночества консоли сами ее в себе развивали. Так или иначе, у них есть свои желания и причуды, которые нужно выполнять, чтобы получить данные, как в вашем случае. Прекрасно, я передам эти данные нашим ученым. Вы хотите что-то мне еще сказать? Напомните, что мне нужно найти. Данное местоположение предполагает, что... Бла-бла-бла-бла-бла. Все. Ну, то есть, мне надо все 4 сначала станции облететь и данные собрать. Обязательно. И контрактов у меня больше нет. А единственный контракт, который у меня есть, это изучение червяков, которые мне не попадались. То есть, точнее, попадались, но мне попадалось сколько? 6 червяков, и за 6 червяков я получил всего одного этого. Одни кишки, а мне надо 5. Я извиняюсь, правду говорю. Людям по 10 лет коняга со Стратхольма не дропается, он фармил. Ну что поделать, Ворс, ну фармил. Как придурок, каждый день, часа по 3, в одной и той же локе, по кругу, всех мобов. Ух. Увлекательно, ёпты. Ну, хз, я с Вова как-то перешел в ТСО плавненько. Да, я в ТСО тоже поиграл, очень неплохая игра.
Сортируй предметы, а то в разных вкладках лежит. Да пофигу, на самом деле. Так, ну чё, у меня осталась одна планетка всего, да? Планета Батур, 4 уровень. Видимо, да. Вот здесь, собственно, должно быть уже сурово. Я так сильно подозреваю. Так, давай сюда. И генератор. Так, суки, ну давай сразу встретимся, посмотрим, что это такое. Так, кобра какая-то необычная, я так... А, это одна кобра с тремя крысами. И крыса уже 4 урона, а я как бы... 4 уровня, а я как бы 3, да? Окей, на, так, невидимость. Кто будет самый опасный? Наверное, все-таки кобра. Быстрый выстрел. Так, хотя кобра жирная, что забей. Так, давай, ладно, похрен, давай кобру. Крит хорош. И можно инициативу себе получить, да. Сейчас будет, блин. У меня орешек ходит самым последним. Это обидно. 10%. Фу. Слушай, они мне так щиты будут пробивать, если они мне процентный урон будут вешать. Падла. Ну да, за один ход они мне все щиты сбили нафиг. Ты точно вов фармил, и почти все дропы идут по КД. В смысле идут по КД, порс? Точно, 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 вовки, поверь. Так, не, эта станция еще обучение, на нее прилет бесплатный. Следующая будет уже за деньги летать. Ага. Окей, на. Помню, как фармила детеныша летучего хамелеона. Боль просто. Окей, на. Так. Давай двойной выстрел. Надо все-таки вот эту шляпу разбивать. 26. У меня есть быстрый удар, одиночный удар, найс. Я могу не тратить ультрамощную карту на нее, а просто двумя ударами добить. Так, ауч. Ауч. И... кислотный коготь, окей. А они реально фокусом работают? Это пипец как раздражает. Так, давай мы тебя оглушим. Щиты я не буду восстанавливать, да, я пока на оглушение сыграю. Так, этот у нас оглушился, следующий пойдет вон тот. Пяу. 26-21 хп остался. Так, тут оглушение. Тофи, восстанавливай щиты себе. Вовремя восстановил. А, он паразит в другого все-таки плюнул, да? Ну ладно. Нет, все-таки в меня, да, в натуре вовремя восстановил. Тут пипец, сопротивления урона практически вообще нет. Люч какая-то. Так, импульсная граната, хорошо. Массовый урон всегда хорошо. Так, прицельный выстрел тудой. Крит. Неплохо. Минус один. Этот оглушен до сих пор. Бьет... А, маскировку. Маскировку ушел, падла. Так, мне надо щиты восстанавливать. Точно. Сюда. Так. Двойной удар. Не. Я лучше тоже в маскировку иду. Чтоб с увеличенным уроном шлепнуть. Так. С 5 инициативы поможет. Чего такие вещи обсуждаете? Питов вов не фармил, но книги трансформ в линяге было дело. Да, согласен, было дело. Так, одиночный удар, одиночный выстрел. Ну давай выстрел сюда. А? Есть мнение, что 32 хп я могу шотнуть. Да. 32 хп я могу шотнуть. Да жопа, ну вот почему он одного и того же фокусит? Ну мразь, а? Твою мать. И в итоге я урон на хп Тофи все-таки получил. Эх, твари. Штурмовая стрелковая 4 уровня.
Неинтересно. Энергетический клинок модификация. Плюс один до попадания при разбросе. Шанс кровотечения 19% урона. Любопытно, любопытно. У меня два охрененных уже стоят модификатора. Давай сюда, теперь модификатор. Вот теперь удар уже не такой, собственно, плохой. Реально не такой плохой удар. Окей, на. Так, дальше у нас что будет? Ну, ты чё? Почему-то он не хотел наверх, очень странно. Так, скань. Окей, на, давай сюда вернемся. Скань. Ага, сюда вернемся. Посмотрите, она снова на весь стрим. Я не уверен в этом. Очень может быть, скажем так. Блин, их снова 4. Я тоже хочу, чтобы меня было 4, блин. Кейна. О, рык, найс. Хоть что-то совсем массовое, зашибись. Страх, пропуск хода. Страх, пропуск хода. Страх, удар. Страх, удар. Осечка, окей. Так, рассеянный выстрел. Пыньк. Неплохо. Чудесный ее урон. Так, М-граната. Она у меня смысла имеет только здесь. А вот завалить 27 урона одного сынка было бы весьма неплохо. Хотя нет, сначала им гранату. Так, щиты на нуле, щиты 12. Не так плохо. О, массовое проклятие. 25% шанс промахнуться. Рассеянность. Критическое попадание по своему. Неплохо. Ай-ай-ай. Тоже неплохо. Блин, орешку надо инициативу поднимать каким-то раком. Я не знаю каким, но надо. Причем очень серьезно надо, потому что у меня, ну, тупо инициативы нет. Так, спук, минус один. Быстрый выстрел, одиночный выстрел. Да, есть нормально. Да, женщину попробуем колбасить. Есть раз женщина, есть два женщина. 26 урона, на самом деле очень неплохой ход получается. В 26 урона. Отравление. Вот ее надо убивать как можно быстрее теперь. Я не хочу, чтобы на меня отравление прокнуло. И у меня по-прежнему не работает выстрел с гребаного дробовика. Где карта на выстрел на дробовик? Алло! Тупые карты для дебилов. Так, сквозной удар, одиночный удар, двойной удар. Сквозной, в принципе, от одной избавит, ладно. Так. Вот, древний язык теперь, давай сюда. Рассеянность. Я надеюсь, что она по мне не ударит. Я еще надеюсь, что она по мне не ударит. Да, она бьет своего. Ей! Найс! Фух! Шанс этого на самом деле весьма маленький был, честно говоря. Но хорошо, что так прокнуло. Так, у тебя отключаем милишку. Снова одиночный удар. Блин, а мне выстрелы сейчас не прокают нифига. Так, ну давай акустическую волну, хрен с вами. О, опять отравление, ладно. Но не мили удар, нет. Логично, что она не может бить. Так, шквал пуль. Ура, первый выстрел на дробовик сработал. Наконец-то. И мне надо щиты поднимать срочно. Хотя...
шляп. Да, так будет намного проще, спасибо. 7, и у тебя будет именно 7. Фэр. 1 хп. 1 хп, он сейчас ходит и... А, на нем отравление висело. Фух. На нем висело отравление от своего, поэтому он сдох. Весьма быстро. Инструмент мусорщика, инструмент мусорщика, инструмент мусорщика. И точная стрелковая. 42% бонус крит, 50% шанс огня. 26% шанс вызвать один страх. Погоди, а у меня что там? 12 на прицельный выстрел. У меня тут 3 одиночных выстрела. А здесь есть еще попадание в уязвимое место, что весьма круто. И урона больше, ну-ка. Да, блин, урона в разы нахрен больше получается. Ну его нафиг. Для меня оружка это критично будет. Поэтому надо. У меня смертельный выстрел, 31 урон наносит, пипец. Так, скань. Кина. Так, давай даже сюда. Скань. Отлично, теперь за лутиком. Лутик, что ты мне дашь? О, много батарей, найс. И щитовое ядро на 9% урона просто так. Ну, бывает. Хочу я кому-нибудь 9% урона просто так. Ну, разве что на рассекающий удар прибавить попробовать. Плюс 1 урона будет, да. Но учитывая, что это ОЕшка, ну, неплохо, может быть. Так, еще скань. Так, теперь давай сюда за лутиком. Эй! Ну, дю-дю-дю-дю же, ну... Так-с. Можно, кстати говоря, да, сразу гранаты их почесать. Тоже весьма неплохо. Угу, и еще ауешкой. Это забавно, на самом деле, изначально ауешкой колбасить. Почему мне кажется, что у них дофига... где у тебя броня указана? А, 5-й уровень. Вот, вот эта шляпа 5-й уровень. У него броня 3, по-моему. А, нет, вот у того 2 брони, у этого брони почему-то вообще нет. Такс. У меня есть шквал пуль. И наконец-то я смогу нормально вжарить ауешкой. 13-5-7. Бывает. Ну, в принципе, суммарно 25 урона с техникой, это очень неплохо. Я бы сказал. Так, надо щиты регенить себе опять. Такс, я могу кого-нибудь убить? Пока нет. Такс, давай 66% урона, и тогда, наверное, я смогу кого-нибудь убить. Здесь у меня есть быстрый выстрел и быстрый выстрел. Ха. Интересно, это работает? Типа быстрый выстрел, быстрый выстрел, быстрый выстрел, быстрый выстрел. Вот так вот. Очень любопытно, работает ли это все вместе. Так, мне надо отрегенить щиты сюда. Оп. Уклонение. Но дбы. Не, это не уклонение, это промах был, да. Блин, меня все-таки пробивают. Ни одного, так другого пробития. Так, с прицельный выстрел 36. Убиваю, да? 37, у тебя 49 хп, не убью. Так, вот этого убиваю нафиг. Отлично. Так, с... Блин, у меня только одиночный удар есть. Так, давай массовое проклятие. Я хочу еще одну карту выстрела, чтобы попробовать быстрый выстрел, еще один выстрел. Больше выстрелов, богу выстрелов. Откуда они свалились? Да хрен его знает, они просто были, понимаешь? Они такие были. Оба одна, здрасте. Вот что-то вроде этого было. У них стрельба очень мощная, к сожалению. У них просто крайне мощная стрельба. Минус 33% сопротивляемости урону. Давай сюда. У меня же будет еще действовать? Нет, один ход. Нет, тогда надо стрелять. Тогда выбора особо нет, надо реально стрелять. Так. Снова не прокнуло. Ладно, пускай будет древний язык.
Рассеянность. Блин, но все равно меня бьет. Задница. Усиление щитов. Сюда. Угу. Неплохо сделал. Вовремя самое главное. Так. Блях. Минус раз. Отлично. Здесь прицельный выстрел пускай будет. Крит. Найс. И у него нет карт. Зашибись. 120% урона. Ну, давай. Что-то мне... Что-то куда-то едет здесь. Так, удар сюда. Я очень надеюсь добить его Тофей. 13 урона надо. Да, будет 13 урона. Быстрый выстрел. Да, я могу сделать быстрый выстрел, быстрый выстрел, быстрый выстрел, быстрый выстрел. Ха, прикольно, слушай, это реально работает. Обалдеть. Ты же быстрый хотел. Я хотел три карты использовать. То есть быстрый выстрел, потом быстрый выстрел на быстрый выстрел. Из быстрого выстрела выстрелить еще чем-нибудь. И у меня как раз пришла, но я его добил двумя быстрыми выстрелами заранее. Вот так вот скажем. Пришел нормальный выстрел, ты его использовал. Разве? Ну ладно. Ну, я знаю, что теперь быстрый выстрел за быстрым выстрелом быстро выстрелит. Здесь есть... можно еще клинок себе поставить, кстати говоря, один. Это будет весьма ок. Здесь клинок 6 на 3 инициативы. А тут 7 сопротивляемость урону. А здесь вообще не очень клинок. Ну да, так получше будет, так у меня... Хотя здесь, конечно, стрельба в основном решает, далеко не клинок. Но урон хотя бы, если мне будут заходить миличные карты, урона будет уже достаточно. Я не думаю, что Градену надо этот клинок отдавать. Тем более, что я тогда потеряю в инициативе крайне сильно. Мне инициатива 12 очень сильно нужна. Когда вы уже левел, блин, получите в заднице? Мне надо левел. А, погоди, 2 очка... Что? У меня уже откуда-то еще 2 очка способности есть. А, я, видимо, получил левел и не заметил этого. Ей, прикольно. Я получил левел, не заметил этого и почти получил уже следующий. И я все такой, блин, а где же мой левел, конечно. Шапка обмазывается быстрыми выстрелами без смс-регистрации, да. Такс. Плюс 25% к критическому урону. Хрень. Плюс 3% к приоритету при каждой атаке. Ну, такое себе. Честно говоря, вообще такое себе. Такс. Надо знание оружия себе сделать нормально. И уклонение у меня, в принципе, есть. Давай еще оружие. Такс. Смотрим. 26, 31, применить. 30, на 3 урона выросло. Обалдеть. На 3 урона выросло каждое оружие. Это зашибись для дамагера. Так, Орешек, тебе бы нахрен, блин, инициативу поднять, ёпты. Технические знания, адаптивная оборона. Подвергаясь атаке, техник получает 5-6-7% сопротивляемости урона. Эффект может суммироваться до 3 раз. Любопытно. Дает предельную модификацию щитов и одну плюс одна имеющаяся карта за каждую такую модификацию выбирать случайно. 20% характеристикам инструментов. Но это еще больше в технику выходить. Такс, давай я возьму себе усиление щитов и знание инструментов. Слушай, а больше 100 походу нельзя сделать, да? А, я же не сделал себе, да. У меня просто будет баф на щиты крайне мощный. Я буду вот этими усилениями щитов весьма неплохо себе делать. Точнее, не себе, а союзникам. Дай себе тоже, на самом деле. Так ты третий уровень не распределил, я заметил. Так, и Тофил. Вдохновение. Это уже будет 22% вероятность получать прилив сил, да? Это неплохо. Так, что у нас тут?
Вероятность возврата карты теряет 8 инвестиционных покупки и продажи, увеличение награды за контракт на 10%. У меня нет контрактов, блин. Ораторское искусство еще больше к интеллекту. Наверное, надо вдохновение. О, инициатива еще больше может быть. Давай инициативу побольше возьмем, да. Вдохновение через 22% у меня будет прилив сил. Но это типа еще одну карту использовать за ход. Это весьма прикольно. Так, с куда мы шли? Мы шли за лутиком. Да. А лутик. Окей, на. Ого! Вот это мне козырный лут упал на самом деле. Без хороших бафов, но с хорошими статами. Так, интеллектуальный инструмент, поощрение, 5 интеллекта. Здесь у меня привлечение... А, у меня без поощрения будет. Но будет привлечение огня и массовое проклятие. На 3 инициативы 14 интеллекта. Это очень круто, мне кажется. Привлечение огня. Насмешка и 10% к сопротивляемости урона на 2 хода. Насмехаясь над персонажем, враг вынужден их атаковать. То есть это танк у меня становится, да? Блин, мне и надо щиты тогда поднимать. Да, мне надо вот это щитовое ядро отдать тогда Тофи. Если она будет у меня насмешку делать. Взял, вытащил мозг и поставил новый. Да, изи вообще. Весело, когда чередуется быстрый выстрел и быстрый удар. Нет, что-то нифига веселого я не вижу. Щитовое ядро, 10% урон. Я так 9% урон никому и не поставил, да? Я молодец. На. Или это я еще раз вытащил? Не, по-моему, я не поставил просто. Так, с плюс еще урон. У меня града на урон нафиг не нужен. Да, здесь гораздо более интересные вещи. Единственное, что... Тут 33% бонус крит урона. Не, здесь поинтереснее будет. Пяу. Да, здесь будет поинтереснее. Окей, на, спасибо. Так, скань. О, лутик. Что за лутик? Просто батарея. Ну, на 30 энергии, с другой стороны, это весьма неплохо. Так, идем сюда. По-моему, за мной какой-то враг шел. Весьма инвизибробный. Опять датапад, ладно. Не знаю, нахрена здесь датапады, но, видимо, так. Историю рассказывать. Так, скань. Я понял. Хотя там один враг стоячий, типа. Фу, всего две крысы, слава яйцам. Две крысы. О, я первый теперь хожу за Тофи. И, честно говоря, у нее у самой теперь настолько прицельные выстрелы. То есть сама Тофи может поконкурировать даже с Граденом по урону. Ну-ка, подожди. Импульсная граната у меня же 8 урона нанесет, а не 4. 4 урона наносит она у обычных смертных. У Градена она наносит гораздо больше урона. Not bad, not bad. Блин, модификации хрень упали, но в принципе not bad. Так, что хочу? Я здесь еще не был. Ну ладно, давай сюда, короче, мы придем. Я сейчас еще один генератор сразу поставлю. Джаггернахер! Пошел бы он, блин, подальше. 158 хп! Ты серьезно? Ок. Так, у меня вдохновение на меня прокнуло и туда. Одиночный выстрел пускай будет. Давай Джаггернаута немножко акустически попадем. Так, у меня есть смертельный выстрел, у меня есть двойной удар. У меня есть усиление оружия и невидимость. Так, давай сначала невидимость, потом усиление оружия, потом ваншотом его нахрен, критом в 9999. Так, сбой, давай мы тебе мели собьем. Что-то мне не нравится его колотушка. Да пушка мне его тоже не нравится, в принципе, но колотушка поопаснее, я думаю, будет. И усиление щитов, у тебя 40, у тебя 27. Давай себе усиление щитов. 40-40. Что скажешь? Угроза! Страх один. Окей. Быстрый выстрел, осечка. Зашибись.
А, и больше выстрелы не работают. Как великолепно прям. Модуль верни на щит. Вернул. Так. Отключение щитов ему пофигу. Так, давай усиление щитов еще, я не знаю. Да нет, надо попробовать выстрелить в него. Подожди, сколько? 6 брони? Что? Серьезно? У этой жопы... Так, я ему отменил милишку, это хорошо, он не стал стрелять. Но у этой жопы 6 брони, походу, да? 3 брони. А почему я тогда 6 урон потерял? Так, ну... Ну, давай сначала прицельный выстрел. 62-79. Так, а тут 72 урона. Окей. Пяу, ёпты. Набафался просто минус 72, потому что пошел нахрен, вот почему. Так, и угроза! Блин, теперь у охотника страх один. Фу. Так, сквозной удар, в принципе, пофигу. Окей, уграда на страх, он пропускает ход. И у меня здесь рассеянный выстрел еще раз. 24, ну это будет. У него, о, у него кровотечение! Запуск бота-помощника, ну ты мразь. У него кровотечение, у него сопротивляемости урона не было. Ну-ка, пяу. Все, минус джаггер нахер. Стоило корячиться, мои 72 урона с ним легко справились. Ах ты жопа уклонятельская! Поиск уязвимостей. Жопа. Не люблю уклонительских задниц. Так, одиночный удар. Пяу. Крит. Нормально, значит, убил. Шаг. Боюсь, на него ваншот, скорее всего, не действует. Это же типа босс, да? Ну ладно. Пускай это был босс. Так, 6 интеллекта, 21% вызов страх, неплохо. Интеллектуальный инструмент, кстати говоря, модификация. Тяжелое оружие ближнего боя. Энергетический клинок модификации, 15% урон, 21% бонус крит. Сквозные удары из размашистой. Наносит 100% урона трем соседним... Вау! Ни хрена себе, ауешка здесь милишная. Это мне сюда надо. Мне не сквозной здесь удар нужен. М-м. Хотя мне акустический оглушающий удар здесь больше не нужен. Ну-ка, вот так вот. Итого у меня с милишки получается 15 АОЕ, то есть 45 урона, блин. Или сквозные удары. На 18 на шанс пробоя. Так, интеллектуальный модуль. 5 интеллекта, 11 интеллекта. Так, 5 интеллекта можно заменить. У меня, правда, массового проклятия не будет. Но у меня будет 2 рыка, что весьма неплохо. Так, тебе на клинок давай поставим вот эту фигню теперь. В принципе, все. Not bad, not bad. Так, мне сюдой надо. И еще сюдой. Блин. Не дают мне без боя просто так усилитель нормально поставить. Это оглушающий удар. Окей, давай. Да, блин. Карта, которая не прорисовалась. Ну, бывает, что поделать. Сквозной удар, смертельный выстрел, импульсная граната. Лучше пяу сделать. Пяу. 10 хп осталось. Not bad. Тринадцать урона. То, что надо. Плюс модуль урона действует на весь урон. Не, ну так-то да, я согласен. Что если тебе написано плюс урон, он действует на все. Я абсолютно с вами согласен. Так, стоп. Быстрый выстрел. Пяу. И одиночный выстрел. Пяу. И сквозной удар. Шляп. Сквозной удар на 20, кстати, неплохо. И я ничего за это не получил. Фу. Так, скань. Значит, мне надо встать где-то тут. И вот здесь уже запилить генератор энергии. Да. Ей, генерец. Такс, окей, на, пойдем наверх. Странный он путь выбрал наверх, ну да ладно. Ага, лутик, ладно.
Так, сюда. Скань. Тут тупик. Тут какой-то вот кто-то есть, короче. И внезапно вдруг откуда ни возьмись появился врод, понятно. Это не прикольно. Это очень неприкольно. Так, под попадание возьмись, импульсная граната. Вот импульсная гранатка сейчас сработает, кстати говоря. Кина. Блин, он все-таки меня бьет. Ладно. Так, шквал пуль тоже нормально сработает. Теперь что? Рассекающий обратный замах мимо. И рассеянность. И все равно он меня бьет. Блин, не чтоб своих ударить. Двойной выстрел. Так, быстрый выстрел. Да, можно быстрый. Кого я хочу убивать? Давай сюда быстрый выстрел. После этого давай, наверное, прицельный выстрел. Пяу. Not bad. Я быстрый выстрел имба поганая, честное слово. Так, блин, у тебя останется 2 хп, да? А так у тебя не останется 2 хп. Тем более. Вообще, эти товарищи просвечивались прошлым сканом, а я их не видел. Ну ладно, мой косяк, я их не видел. Так, усиление щитов. Интересно, здесь 40 щитов, походу, максималка, что ли? Да не, 40 щитов не должно быть максималкой. Надо попробовать узнать, максималка это или нет. Так, оглушающий удар. Давай тебя оглушим. Усиление. Так, ну-ка дай ему еще усиление щитов. Действительно 40 щитов капа или нет? Нет, 75 щитов. Ладно, 40 щитов не кап, окей. Просто 40 пишется очень странно. Багующе пишется. Так, вдохновень. Ту-ду-ду-ду. О, вдохновение прокнуло и на меня, и туда, и... И сюда не прокнуло. Ну ладно. На двух вдохновения прокнуло, это уже неплохо. Пяу-пяу. 3 хп. О, быстрый удар. Неплохо. Так, шляп, быстрый удар сюда. И шляп, одиночный удар. Блин, не хватает АОЕшки удара после этого. То есть быстрый удар и АОЕшный удар. И все. И ГГ буквально. Но в принципе неплохо. Фер. Они просто подошли. Я понял, окей. У меня столько этих деталей, которые уже по квесту нафиг давно не нужны. Прям обидно аж. Пропадают просто так. Тяжелое оружие ближнего боя. Не прокнет. Текс. Сюда не тратим энергию. Так, давай смотреть, кто это такой. А! Они же просто так стояли, они не двигались. Я думал, это какой-то, ну, типа, хороший чувак. Ладно, одиночный удар, выстрел навскидку. Так, давай стан сюда. Оглушение один ход есть. Так, двойной удар, одиночный удар, сквозной удар. Усилитель оружия, давай лучше усилимся. Капитан встанет, все нормально. Оглушение на 2 хода. Во, это поинтереснее уже. Так, центрального оглушим на 2 хода. Ибо нефиг ходить. Хорошо, у них урон еще не очень сильный. Двойной выстрел, одиночный выстрел на вскидку. Так, давай, ладно, инициативу себе поднимем. У нас качается энергия. Че, в натуре, что ли? Так. Сюда. 46 дамаги, not bad. Так, плюс... И еще оглушение на 2 хода. Ты моя красавица! Орешек. Орешек красавица, орешек магиот. Так, давай двойные выстрелы сюда. Так, и... Блин, импульсная граната. Ну ладно, пускай будет двойной удар.
Такс. И тут мне, блин, даже делать нечего. А, нет, отключение щитов можно сделать, в принципе. Ну, типа, 5 урона. Окей. Так. О, быстрый выстрел. Но у меня 2 удара. Фу. Почему нельзя сделать сначала выстрел, а потом подбежать и ударить? Ну, почему нет? Так, сквозной удар может прокнуть. Да, прокнул, 19 удар на сквозной. Not bad, итого у него 6 хп осталось. Тьфу. Ладно. Погоди, это опять не то, что я хотел. Ах. Это сейчас есть возможность промахнуться по нему у меня лично. Тьфу, теперь размашистый удар. А, погоди, у меня размашистый удар на Тофе, а не на Ореш... не на Градане. Вот, это надо запомнить тогда. Я у мамы красавица. Молодец, Дрим. Молодец вообще. Так. Одиночный удар его не добьет. Обидно. А, не добил? Видимо, плюс сработал. А, медицинский дозатор. Ладно. Есть! Новый левел. Левел ап! Ту-ду-ду-дут. Так, секундочку, ребят, я отойду. Три 599. В смысле? Да нет же, четвертый уровень у всех. Все нормально, ты не волнуйся, все ок. Скажите мне, ребят, сейчас время 4 часа. Я могу, в принципе, пойти даже в другую игру. Хотите продолжение или хотите другую игру? Просто пишите. Другую или эту. Вот. Просто пишите в чат. Другую или эту. А я пока посмотрю, что у нас есть. У нас есть личный пример. Наносит 100% урона... Так, личный пример. Наносит 100% урона оружия одной цели. Союзники, еще не совершающие действия в этом раунде, получают 10% к урону и ходят следующими. Ну, это неплохо на самом деле. Учитывая, что я первый хожу, по сути-то. А для того, чтобы ходить первым, точно мне надо больше инициативы себе взять. Да. Поглощающее поле. Все союзники получают 25% к сопротивляемости урона на один ход. Критический эффект плюс один ход. Это хорошая вещь. Это очень хорошая вещь. И, наверное, мне знание щитов нужно так, применить. Так, а здесь скрытый удар. Плюс 100% урона от оружия, невидимость на один ход. Невидимость... А, подожди. Это удар и невидимость, а не просто уход в невидимость. Ого! Но хотя минус 2 к инициативе на 2 хода, мне это не нравится, честно говоря. Так, надо метку поставить и проворство себе сделать. Да. Да. Метку и проворство. Над бед. Одно очко орешка есть. Че, еще одно, в смысле? А, да, слушай. И уграден. Подожди, мне 3 очка дали. Да, мне 3 очка, получается, дали. Окей. Вдохновение в плюс. Поглощающее поле в плюс. Уклонение в плюс. Вот. Спасибо. Я что-то не заметил, что мне 3 целых очка дали. Ты по одному очку... Да. Я понял. Спасибо. Итак, так, стоп. Эту, другую. А, ну все за эту. Тогда ладно. Ну, почти все, ладно. Почти единогласно. Такс, что у меня получается? У меня получается 11 энергии. Как бы. Угу. Ом-нём-нём. И у меня получается 81 энергии. Уже неплохо. Так, пора за лутиком идти. В принципе, в 2 энергии... В 2 энерго, вот эти, 2 энергоблока достаточно для изучения одного данжа, в принципе. Так, Тофи ходит первый, и у меня нет этого удара крутого, к сожалению. Так, давай АОЕшкой шляп. Минус инициатива. Так, двойной удар, усилитель оружия и сам... Блин.
Это дурацкая самозарядка. Давай усиление оружия, ладно. О, уклонение работает. Fuck you, как бы. Так, акустический выстрел, потрясение 2 или шок. Можно, кстати говоря, застанить так-то. Давай мы тебя застанем. Фер. Так, Стофи. Во! Да наконец-то! У меня есть... Нет, одиночный выстрел, да, размаша стортар. На нахер, в 33. Not bad. Так, двойной удар, одиночный удар, еще усиление. Можно двойной удар вколбасить на 22 вот сюда. А, нет. Подожди, это удар по 20 был? Фак, я лох. Я мог с ракетом и вот эту тварь заколбасить жирную. Так, шквал пуль сюда. У него остается 1 хп, да? Да. Замечательно. Ай. Так, есть что-нибудь ауешное еще? Нет. Ну ладно, пускай будет так. Пляу-пляу. И одиночный удар. Просто задница, у которой осталось с одним хп. Так, точное стрелковое оружие... А, модификатор точного стрелкового оружия. Попадание в уязвимое место. Ну, такое вообще. Погоди, а я что... Я опыт, наверное, получил просто очень мало, да? Я не заметил, чтобы я опыт хоть какой-то получил. Ну да ладно. Так, обыскать. Здравствуйте. Шкань. О, лутик. Обыскать. Электронный хлам. Окей. Так, куда мы теперь пойдем? Давай скан устроим тут. Ага, еще лут, зашибись. Так, 9% урона и 2 маскирующих устройства. Плюс здесь оружие ближнего боя модификация. 24% потрясения. 23%... Ну, это, наверное, Тофи пойдет, да? Градану все на урон пошло? Та фиговина должна, по идее, пойти Тофи. Хотя... Так, дай-ка я сменю вот эту фигню на вот эту фигню. 36 урона уже стало у смертельного Кейна. Так, мне нужна Тофи. Тебе мы дадим... Ну да, тут слабенько, тут посильнее. Усиленный удар! Наносит 200% урона, задержка атаки на следующий ход. Видимо, в следующий ход ходишь последним, типа. Из-за этого. Такс. 7% урона и маскировка. Как раз у нас орешка уходит первый про апщитов. Not bad, not bad. Такс. Теперь наверх обратно. Чё у нас здесь? Ха! Куча ценных материалов. Очень большая куча очень ценных, наверное, материалов. Так, скан, ничего интересного. Так, сюда. Скан. Так, куда мне, получается, надо сейчас идти будет? Наверное, вот куда-то сюда. То есть мне надо пройти сюда вот где-то, и даже сюда, и сделать скан. Сюда. Скан. Ну, допустим, наверх. Скан. Возможно, это то, куда мне надо. Тяжелое оружие ближнего боя. Ок. Так. Ну и бе-бе-бе, как бы. Так. Звездочет. Носитель данных извлечен. Запущен режим гибернации. Вы осматриваете необычный аппарат и приходите к выводу, что кто-то уже извлек из него носитель данных. Ага. Окей, нанах. Такс. И кто у меня данные свистнул?
А сытым-то быть намного лучше. Согласен с тобой, Синдарин. Приятного переваривания. Три клетки ниже аккумулятора было что-то на скане. Возможно, враги мимо крокодилом. Это кто-то один. Тентак. Здравствуйте, хотите со мной поторговать? Может, вы видели что-то особенное? Нет, недавно застрелил сломавшегося робота. Ерунда. Лучше устрелять в неразумные железки, чем живых людей. Давай торговать. Что у тебя есть? Штурмовый модуль, энергетический клинок. 200 кредитов. Давай энергетический клинок попробуем взять. Так. Чё ты мне за клинок продал за 200? Вау! 50% шанс кислотного удара? Серьезно? И два быстрых удара. Так, а у тебя что там? 6 урон, 3 инициатива. Да. Сквозной удар. То есть, я с милишки, блин, больше урона смогу наносить, чем со стрельбы с обычной. Сквозной удар на 28. Размашистый удар на 23, трем целям. То есть, это 69 урона. 69. Нехеровый клинок я себе забрал, давай скажем так. Очень, блин, нехреновый клинок. Ладно. Так, скань. Еще лунтик. Он скончается на... Да, знаю, я знаю. Так, тут у нас что? Стрелковый оружие модификация. Три смертельные, 4 крит. Убийственный лазерный прицел. Так, погоди-ка. А у меня, у Тофи, что стоит? Просто 3 крит. Лазерный прицел. Смертоносный умный прицел. Тут, так, сейчас. Прицельный выстрел, выстрел навскидку. А здесь прицельный прицел. Окей. Пяу. Так получше будет. Шанс смертельного удара 4% суммарно. Странно, потому что должно быть 5, ну да ладно. Так, куда мы теперь пойдем? Здрасте. Пускай будет ящерица. Сейчас как раз на ящерицах можно потренироваться. Так, Тофи пока лучше... 10 тысяч урона ровно! То бишь насмерть. Это 4%, собственно, да. Те самые 4% были. Это очень приятно видеть такую цифру, честно говоря. Просто 10 тысяч урона. Тофи, да. Блин. У меня 3600 опыта среди 6000 опыта. Это просто пипец какой-то. Так, давай сюда. Еще лутик тоже неплохо. О! Медицина. Взять все, ладно. Ну, видимо, мне надо выходить отсюда, потому что кто-то модуль уже забрал. И мне здесь больше делать по факту нечего. Так, свернуться на станцию. What the fuck, лакер, блин. 100 тысяч. 100 тысяч не 10, ну ладно. Убийственный лазерный прицел. Любой кожный покров, на который он попадет, прожигает насквозь. Типа того. Так, продать хламчик. Значит так, продать. Я решил, что это точное стрелковое не буду себе ставить, потому что оно слишком слабое. Пускай даже оно огонь вызывает, но оно слишком слабое. Так, это хлам. Это теперь хлам, это тоже хлам, это вообще фигня. Модификация тяжелого, хлам. Тяжелая батарея. Так, это хрень. Так, скупить, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, еще пару генераторов можно купить спокойно. Вау! Воу-воу-воу-воу-воу, полегче!
Пятого уровня 12 урон плюс 15% урон? Хм. Заряженный вопящий кусака. Нет. 11 урон, 49 бонус крита. Нет. 12 урон, 6 крит попадания. Нет, это мусор. 8 интеллекта. Кибермозг. Нет, это тоже хрень. Вот это интересно. 12 на 15%. А у меня какой разрывающий идет сейчас? А у меня... А, нет, у меня идет 13 на 16. Лал, мой еще лучше. Лошара, что ты за херню продаешь вообще? Фу, таким быть. Такс. Давай по того самого в сити-холле. Мы побывали на реке Батур, но оттуда уже забрали данные. Да, мусорщики Чарли Тен привез с реликта Батур весьма примечательную астросферу. Пусть это послужит вам напоминанием о том, что не только вы занимаетесь поисками данных. Есть и другие люди, желающие получить гражданство. Но не переживайте, у вас будет еще много шансов отличиться. Возвращаясь к работе. Пока что все. Нашим ученым понадобится некоторое время, чтобы расшифровать добытые вам данные. Вы выполнили все главные задания в этом прохождении. Если вы хотите еще поиграть в Deep Sky The Reckless, начните кампанию заново или проверьте свою храбрость в режиме арены. Либо просто возвращайтесь в игру, когда мы добавим новые материалы. Спасибо, ваши разработчики. ГГ, собственно, ребят.